Итак, сегодня удаление у нас дерматофиброма кожи спины на аппарате Сургитрон. Предварительно произведена анестезия местная. И начинаем работать. На гистологию обязательно берем. Как дела? Есть ощущения? Образование. Берем его на гистологическое исследование. Через 2 недели готовый результат будет. Все, и заканчиваем. Здесь раночки будут самые крупные, за ними нужно будет ухаживать. Я напишу, чем как, да, все будет в рекомендациях у вас. Немножечко вот тело вот чуть-чуть вот так наклоним. Ага, отлично. Удаление папилломатозного невуса на коже спины радиоволновым методом. Предварительное обезболивание местное произведено и с обязательным гистологическим исследованием мы отсекаем образование. Вот таким образом. Он крупный и есть вероятность его травматизации. Мы его отсекаем. Вот такой вот у нас невус. И берем на гистологическое исследование, которое через 2 недели будет готов результат. Все, раночки у нас готовы, они сухие. Сейчас мы обработаем раствором марганцовки, порошком ваниацин. И пациенту дадим рекомендации по уходу. Не мочить 24 часа. Обрабатывать раствором бриллиантовой зелени или фукарцином. Порошок ваниацин присыпать. Вот, возможно, да, несколько дней можно пластырь приклеивать, если пациент физически будет активен. В бане, бассейны, сауны не ходим, пока корочки не отторгнутся. Реабилитация в течение 2 недель будет. Так, и обрабатываем ранки.